Добрый день, уважаемые радиослушатели радиостанции ПЛН-ФМ. С вами снова я, Рассадин Николай, и мой музыкальный блог. Сегодня моя песенка посвящена дружбе. Наверное, я погиб, глаза закрою, вижу. Наверное, я погиб, вздыхаю и грущу. Меня не ждут давно, ни в Бонне, ни в Париже. И я себе друзей в иных местах ищу. Вот черный континент раскинулся без края. Там ждут меня давно, со мной хотят дружить. Я там себе друзей опять насобираю. И можно пару лет нормальненько пожить. Подарки им дарю, машины, вертолеты, они мне голоса, смешные голоса. Я с ними в унисон играю, как по нотам, и с ними у меня вершатся чудеса. А в Азии меня давно ждут пухлый мальчик, забавный, шебутной, своей страной ценим. Он руку оторвет, ему дай только пальчик, но надо мне дружить, а как иначе с ним? И я туда-сюда, направо и налево, за лес, за нефть, за газ, все можно обрести. В былые времена дружил я с королевой, но нынче у нее я что-то не в чести. Я всех зову дружить, пигмеев, папуасов, кочевников пустынь и жителей лесов. Я вам крупы ржаной, а вы мне ананасов и голосов смешных, побольше голосов. Спасибо за внимание.